Все на улице народу. Посмотрите, как это творится. Сегодня 31-е. Сейчас я вот зашла в ресторан. Хотела там купить огурцы. А там они. Около 2000. Свежие огурцы. И цены кошмар. Сейчас хочу вот сюда в овощной зайти. Ананасы 650. А один ананас сколько стоит примерно? Примерно маленький 800-900. Овощи. Где-то ананас 1700. Вот надо мне взять бананы. А бананы почем у вас? Девушка? Так, надо бананы взять и огурцы. Так, огурцы здесь тоже 1300. Ой, кошмар, какие цены. Так подорожало. Кошмар. И помидоры. Один помидорик возьму. Вот сегодня 31-й, такие цены. Извините, лисы. Сейчас вот мы налепили манты. Остался фарш. Наверное, сделаем еще пельмешек. Вот здесь у нас мандоварка. И вот здесь вот такие манты у нас. Вот, а еще я сделала оливье. Под шубой. Так, курочка у меня здесь маринуется. На улице у нас туман. Наверное, будет снег. Так, а еще что я купила? А, купила я еще красную рыбу. Кусочек вот. Вот такой кусочек взяла красной рыбки. На стол, затем жареная рыба будет. Еще салат у нас с морской капусты. Хе. Из рыбы. И на первое у нас будет кукси. Вот такой мы здесь развели бардачок. Масло вылей со сковородки. Ты же рыбу жарил. Масло со сковородки вылей, вымыть надо сковородку. Я говорю, давай оставим его. Мне нравится рыба. Ну, рыбой воняет же. Что ты там собрался? Яйца жарить, что ли? Да. Ой. Оставил, я оставил. Жарить. Ой. Ой. Ребятушки, что-то меня опять кашель замучил. Я вот лежу. Муж там на кухне. А ты какую кастрюлю поставишь для куксей? Маленькую, кашку варить. Ладно, давай. Вот такая клееночка у нас красивая. Видите, она вся переливается. Сейчас придут мои детки. Здесь такие салфеточки, вот. Сок, фрукты. И будем отмечать Новый год. Бегут! Бегут! И кто там бежит? Сашулька первый, как всегда. Приветик! Здравствуйте! Здравствуйте! Кто это пришел? Детвора пришла. Здравствуйте! Это от меня подарок. Ой, спасибо! А тут так много там. Да, это с Малайзии. С Богом, с новым счастьем, это все вам. Спасибо. Там мой телефон, там конфеты мои. Болеете, что ли? Ой, я опять заболел. Зачем болеть? Температура, елки, опять. Тебе надо было эту маску принести. Мама, ты что? Мои конфеты. Спасибо. Давай вытаскивай. Это вот эту шубу ты купила? Да. Красивая. И вот эти пакеты. Давайте, раздевайтесь. На, смотри. Что там? А? Смотри. Ну, пойдем, буду смотреть. Смотри.
и снимать. А. Еще где? Владик, где твой подарок? Это Кристина мне подарила. Это Кристина, что это такое? Кристина с Малайзии привезла. Печенье, Кристина, что ли? Объясняй. Ага. Ой. А это кофе. Ваш любимый триводрон. Ой, спасибо. Чуть столько много. Зачем столько много? Таблерон. Целую кучу. А это что? Это моти. Что такое моти? Из рисунка. Конфетки? С этим, с арахисовым. О, одел, братан. Красивый? Так, это что? Это холодный чай. На кафе. А это, наверное, дедушки, да? А? Кофточка. Да. Красивая или некрасивая? Красивая, прям нарядная, прям с блеском. А где дедушка? А это что? Это прелесть. Это корейская, да? Спасибо, целовать не буду тебе, а то я болею. Что он тебе подарил, зять? Ух ты, ты хотела кастрюлю? Кастрюля такая классная. Так, кофта тебе. Это мне? Да. Фаргоса купила. Спасибо. Это Женька сегодня купил фирменный Коллинз. Ух ты, классно. У нас подарки более скромные. И еще от Владика. Еще от Владика. А куда ты ее положу? Что ты потерял? Конфеты шампанское. А Владик зачем? Владик же не зарабатывает. Ой, спасибо. Шампанское. Красивая. Ты сама как красивая. Спасибо, прям закидали подарки. Валера, а вот тебе еще. Валера, Женя вот подарил фирменную. Вот это вот подойдет. Почему та маленькая? Ты что? Ну пометь. Нормальная, как раз на лето хорошо. Ты же худой же. Да, это. А? Мне сделай сзади вот так. Зачем? Вон, иди спальню одень. Это классно. Крышка такая интересная, да? Какая крышка? Нет, там же надо одеть. Там вот это одеть вот надо надеть, да? Классно. Спасибо большое. Такие хорошие на подарочки. На здоровье. Ай, блин. Дедушка подарил. Кристина, вот еще, смотри. Кристина. Кристина, вот глазочка. Вот, это Кристина тебе. Слышишь? Кристина. Ну, у нас скромные подарки. Спасибо. Ты же все еще маленькая, поэтому конфеты взяли. А это Владик. Владюшка, иди сюда. Это Владику, это Сашке, это Сашке. Может, ты вот эту вазу вынесешь лучше? Тоже. Пойдем. На. Вот вам. Это вам подарок. Ты же хотела белую вот вазу белую. Пойдет такая? Какую шикарную вазу дарить? Почему она шикарная? Салон. Как салон? Как жалко салон. Ты же сама сказала в салон. Не такой надо. Прям не шикарный. Купила за 15 тысяч. Делать нечего, что ли? А откуда ты знаешь? Женька сказала. Нормально. Слишком жалко. Вот так мы сидим, кушаем. У нас вот такой вот корейский стол. Здесь кукси. Здесь манты, под шубой, хе, рыбка. Ну что, Валера, будешь говорить? Говори. Давайте. Да снимай его что-то. Можно, можно. Давай, Женя. Говори, давай, Лена, что сама. Красные колпаки. А Кристина, где твой колпак? Валера, что ты там разбил? Пусть Владик плюс. И чё? Давай, Владик, говори. Вот свиньи.
Ты что, нам на свинью подстроил? Подложил, да? Свинью. Мне подложили. Некоторые, может быть, свинью подложил. В этом году много было горести, много было радости. Не говори. Но, тем не менее, всех самое главное, мы живы и здоровы. Хочу, чтобы следующий год принес нам что-то необыкновенное, принес в нашу жизнь. Какое необыкновенное? Что-то необыкновенное, радостное в нашу жизнь привнес. Чтобы исполнилось ваше сокровенное желание. Следующий год, год мышки, символизирует уют в доме, покой, умиротворение. Всем нам желаю быть спокойными, счастливыми и здоровыми. Самое главное. За это выпьем. Давайте. Вот сидим, ждем, когда будет 12 часов. Посмотри, как он. На часах. Осталось 20 минут до Нового года. Мы все убрали. По новой тут конфеты поставили, фрукты, шампанское. Вот эти конфеты Казахстан. Сейчас тортик еще нарежем. Вот дети смотрят телевизор. Он ярый рыбак. Взрослая сотка. Не знаю, на каком. Короче, у меня вот все время отправляет вот так. Сейчас скоро курантов пробьет 12 часов. Да, заманивает. Ну? Давай! С Новым годом! Давайте садитесь, все! Сколько людей почитал? Саша, пойдем желание загадывать, Саша! Саша, с Новым годом! Ура! У нас в Казахстане Новый год, 12 часов ночи. 2020 годом, Саша. Давай, загадай желание. Саша, желание загадывай. Саша, быстро! Ну, а мне яблоко дайте. Давайте. Ой, что-то большой кусочек. Надо съесть яблочко, загадать желание. Счастье. С Новым годом. С новым исполнением желаний. Чтобы все у всех было все хорошо. Ну как это желание? Да. Сару пускают. Что, 20-й год? Да, уже 20-й год. А вот что ли взрывает?